Привет, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у меня для вас маленькая новость. Сегодня стартует конкурс, даже не конкурс, а розыгрыш. Любой из вас может выиграть вот такую коробочку. Это коробочка-сюрприз с новогодним подарком. Я в этом году как-то захотела побыть помощником Деда Мороза и сделать счастливым какого-нибудь человека просто так. Подарить ему подарок, чтобы было приятно. Может быть, у него просто нет никого, кто бы мог ему подарить подарок. Вот, и я решила устроить такой розыгрыш. Подарков будет 3. Подарок-сюрприз, то есть что в коробочке, я вам не скажу. Но в общих чертах могу сказать, что это все для Нового года. То есть какие-то прибамбасы и украшения на елку, и что-то съедобное, и какие-то украшения на стол, или что-то, что может вам пригодиться, или просто, не знаю, можно использовать в Новый год. В принципе, преимущественно там все женское, но может участвовать в этом розыгрыше кто угодно, и мужчина, и женщина. Тут как бы ограничений я не делаю. Так вот, подарков, таких подарков-сюрпризов будет 3. Основной, ради которого стоит, наверное, поучаствовать, это большая вот такая коробочка. Я думаю, вы их все видели. Это коробочка из Фикспрайса. Я ее специально для этого розыгрыша приобретала. Она уже наполнена и ждет своего победителя. Также будет 2 поощрительных таких приза, скажем так. Они будут уже без коробочки и меньшего размера, то есть чисто так, со всякими финтифлюшками новогодними. Условия участия совершенно просты. Вам нужно быть подписчиком моего канала на YouTube и быть подписчиком на мою страницу ВКонтакте. Также вторым пунктом, вы должны поделиться этим видео обязательно ВКонтакте. Если у вас нет контакта, тогда уже в другой соцсети, которая есть. И оставить, соответственно, ссылку и написать «участвую» или там «хочу принять участие» и так далее. Розыгрыш продлится с сегодняшнего дня ровно 2 недели. Последний день – это 30 ноября. 30 ноября розыгрыш закрыт, и 1 декабря я объявлю победителя. Ну, соответственно, 3 победителей, то есть будет разыгран основной приз, а потом уже 2 поощрительных, чтобы никому обидно не было. Ну и впоследствии, то есть когда придут победители, я уже посмотрю ваши странички. Так, тут дополнение. Когда будет выбран победитель, я должна буду проверить, подписаны ли вы на меня на YouTube, и также являетесь ли вы моим подписчиком. При этом обязательно, чтобы у вас на канале не было ограничения при просмотре ваших подписок. Надеюсь, что это понятно объяснила. Ну, то есть, чтобы я пришла, посмотрела ваши подписки, и они были для меня активны. Соответственно, нужно обязательно, чтобы ваши страницы были открыты для постороннего доступа. Так вот, да? Это единственный такой нюанс. А так, в принципе, с наступающим, желаю всем удачи, и я думаю, что приятно будет от незнакомого человека просто так получить новогодний подарок. Кстати, забыла сказать, что все почтовые расходы за мой счет, так что где бы вы ни находились, в любой точке мира, если вы выиграете посылку, я отправляю за свой счет. С наступающим, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, не пропускайте новых видео. Пока-пока!